и молодой волк сегодня едет в аэропорт за своим кошачьим патрулем. Алина прилетает, сейчас поедем ее встретить, но встретим мы ее по красоте на очень стильной и очень взрослой машине, которая 74-го года рождения. Я тут уже подготовился, естественно, в съемной квартире нет у вас. Что тут еще? Всякие вот медиа-карточки. Мои клюшки. Тоже тут вместе со мной. Вместе с сумкой хоккейной. Да, я, кстати, играю в хоккей. Мой рабочий стол, но за которым я редко работаю. А тут просто лежат вещи, заряжается оборудование. Ну и, собственно, вот такая вот маленькая дубайская, даже не квартирка, а студия, что ли. Моя скейтбордерская жизнь уже пока что лежит в пыли. Коллекция тачек вот у меня тут есть. Это мне на днюху подарили. Какой-то коллекционный лиманский Porsche. Супру ребята мне подарили. Тоже на днюху. М2 мне в Грузии еще подарили. Она висела на ключах от Сильвии. Но ключи от Сильвии остались в Грузии. А М2 я забрал с собой. Тут у меня висит первый Hot Wheels, который я купил в Дубае. Вообще я в Ростове. Везде всегда охочусь за Hot Wheels. Ну, за какими-то интересными. И вот я нашел здесь 400Z, и я их всегда храню в упаковке. Куча обуви, как будто чисто 9Б в гости пришел, и все разулись. Ну и все. Тут кухня. Такая резко спонтанная экскурсия. Это уже 99-й эпизод, и я решил его начать вот так вот, естественно, в квартире, в которой мы сейчас живем. Надеюсь, в этом эпизоде у меня уже решится что-то с работой в Дубае, чтобы понимать вообще, что планировать дальше. Планировать сложно, но пытаемся. Что еще показать? Хочу обновить Xbox на серия X, который такой вертикальный, более мощный, потому что мой уже некоторые игры не поддерживает. Еще у меня тут потихоньку копится коллекция журналов. Они, правда, дорогие в книжных всяких магазинах. Вот этот стоил 58 дирхам, это, блин, почти 1500 рублей. Это, кстати, чувак, который 40 лет был тест-пилотом у Porsche. Видно, что он тест-пилот был довольный какой. Но я купил этот журнал из-за того, что здесь все поколения расписаны, где какие что были. 911. Их пипец как много. У каждого кузова есть еще разные версии. Тарга, не тарга, GT3, не GT3. Самый новый GT3 RS 22 года. Этот вот мы уже снимали. Надеюсь, этот тоже снимем. Кайф, не знаю, я хотел свой даже журнал какой-то сделать. Что-то не знаю, хоть это и не актуально, но мне кажется, так для себя, для души, что-то на память навсегда останется. Четко? Моя мама. Получается, да.
Знаешь, в чем проблема? Как думаешь? У нее нет багажника. Но у нее есть место под эту, под крышу сзади. Собственно, вот, сейчас и проверим. Придумал себе проблему просто. Сори, мэм. Ну, блин, зато, зато этот, корвет, ничего себе, кабриолет, блин. Американский V8. Нужно еще это, газом понажимать, чтобы оно бензин поднакачало. Офигеть, разминка чисто на, для ноги. Забивайся. Машина. Только у нее проблема с фарами, у нее фары, смотри, как выезжают. Там только одна вылазит, другая чуть ленится. А, не, выехала, молодец. Good. Very nice car. Thank you. Привет, Том. Пиц, блин, этот чувак весит тонну, наверное. 30 килограмм. Жестко. Вот это крыша, если что. Это я привыкла, что у нас тут диски, то крыши. Ну тут еще не было. То колеса, то это в Ростове колеса, диски. Меня там на улице ждет кое-что необычное, кое-какая тачка. Сейчас я к ней выйду, но пока что мне надо кое-что рассказать. Тинькофф Блэк – это дебетовая карта от надежного банка с кэшбэком рублями до 30% и ежемесячным доходом на остаток. Если у вас есть эта карта, то теперь можно получить еще больше выгоды. Как? Просто пригласить друзей. Порекомендуйте другу оформить Тинькофф Блэк, отправив ему свою индивидуальную ссылку приглашения до 30 июня. Сгенерировать ее можно по ссылке в описании или в приложении банк. За каждого приведенного друга, который начнет пользоваться картой Тинькофф Блэк, вы гарантированно получите 1000 рублей и возможностью стать одним из победителей в розыгрыше с призовым фондом 100 миллионов рублей. Друг будет тоже в выигрыше. Оформив карту по вашей ссылке, он получит один из гарантированных призов. Например, кэшбэк до 100% в популярных гипермаркетах, маркетплейсах и точках фастфуда, 6 месяцев подписки Яндекс.Плюс или 3 месяца связи Тинькофф Мобайл. Ну и к тому же, если он воспользуется оформленной картой, друг тоже станет участником розыгрыша с призовым фондом 100 миллионов рублей. Если у вас до сих пор нет карты Тинькофф Блэк, вы тоже можете ее оформить по ссылке в описании, приглашать друзей и участвовать в розыгрыше. Приглашайте друзей оформить карту Тинькофф Блэк, получайте гарантированные призы и шанс выиграть в розыгрыше с призовым фондом 100 миллионов рублей. Со мной всего лишь сутки, к сожалению. Но это машина Илюхи Кикдауна. Она доступна в его дубайском прокате. Так что, если вдруг кому-то кайф на ней тоже покататься по Дубаю, добро пожаловать в прокат Брукланд. У Илюхи на канале уже должно было выйти видео о том, как мы его вместе с ним покупали. Ну, я как бы не в доле, я просто с ним участвовал в процессе, снимал. И вместе мы рассказывали все нюансы по покупке, по оформлению. С виду это огромная машина, американская, с вот этими стильными огоньками. Я пипец как тащусь с вот этих вот габаритов американских, которые светятся везде. Это самый быстрый пикап, как я понял, на сегодняшний день. Если его не сравнивать с Раптором, это Ford Raptor, который то ли вышел, то ли не вышел, но я его не видел, поэтому я в пикапах вообще не силен. Знаю, что тут есть вот такая штука. Чисто оп, и ты залез в кузов. Самая его, естественно, особенность и почему он такой хайповый на просторах нашего русскоязычного YouTube,
это то, что в нем 700 сил, он 6,2 V8 и еще и с компрессором. И выезжает он с 0 до 100, выезжает из 4 секунд. Вот это вот дура, которая весит там около 3 тонн. То есть, в принципе, вот эта машина едет до 100 быстрее, чем там какой-нибудь Кайман 718, чем М2, кстати, быстрее. Но М2, ну, даже вот учитывая, что это спортивная тачка, и Кайман тоже, он заднеприводный, но все равно, как бы, вдумайтесь. И вот этим он, видимо, всех людей цепляет. Он на бэдлоках. Как я уже понял, это дополнительные какие-то накладки на диск или какие-то особенные диски, которые, типа, при бездорожье не дают шине слезть с диска, чтобы куда-то не улететь. Билштайн подвеска. Активная там, адаптивная, все дела. Но я думаю, тут серьезный мост у него там. Реально газель. Я думаю, по подвеске тут все серьезно. И вот этот порог, это тоже опция. И, кстати, по опциям я потом расскажу. Мне кажется, это максимальная машина с самым большим количеством опций. И стоит она, кстати, здесь где-то 300-400 тысяч дирхам. Это плюс-минус, получается, 6-8 миллионов рублей. Плюс-минус. Ну, естественно, машину мы купили, расскажу хоть секрет, чуть-чуть не новую. Но у нее пробега всего лишь 3000, и она была у местного. И тут нельзя, ну тут можно тонироваться, но нельзя тонировать лоб. Но типа, если ты чуть-чуть затонировал, то как будто можно. Но выглядит максимально ублюдски. Но благодаря тонировке днем на этой машине можно ездить без очков. Это как бы комфортно. Но ночью отстой полный. Вот да, когда ты ее видишь, когда ты садишься, когда ты понимаешь, что вот на уровне как бы глаз не видно, что под машиной, но я к ней привык буквально за вечер, наверное. И когда привыкаешь, она уже не ощущается какой-то прям такой большой. Ну, понятно, она больше, чем какой-то легковой седан, но на ней комфортно ездить. Дискомфорта нет, что она прям какой-то трактор. Даже на ней весело, что ты как-то прям уверенно на ней сидишь, так выше всех смотришь. Прикольно. Я вот все равно до конца не понимаю, для чего эта машина. Ну, то есть, понятно, что в ней целая комната, в которую можно сесть, я думаю, даже с семером и еще в кузов кого-нибудь закинуть. Ну, типа так, тачка для какого-то фана, там, погазовать, поугарать. Вот этот свист турбины, не знаю, будет слышно его на камеру или нет. Чувствуется, что из-за того, что в ней 700 сил, ей прям легко ехать. То есть у нее нет какого-то напряга из-за того, что она большая, у нее большие колеса, это все нужно крутить. Вот этого в ней нет. И вот она находится в каком-то балансе. И вот это прикольно ощущать. Но куда-то на ней поехать, типа в путешествие, наверное, не очень. Потому что все равно гул мотора, ну, я бы с кайфом доехал, но я думаю, большинство людей вряд ли бы, ну, не супер идеальная машина для путешествий. Быстро на ней вряд ли комфортно ехать. Купить эту машину как какую-то техничку, типа там возить на ней колеса, цеплять прицеп, тоже прикольно, но как будто для технички немного дороговато. И слишком как-то модно получается. Использовать эту машину как какой-то daily car каждый день тоже как будто мучительно. За эти деньги можно взять что-то и поприкольнее, и покомфортнее, и поменьше. С места у него прям подрыв прикольный. Он еще весь задирается. 99-й эпизод. Следующий, соответственно, 100-й. 100 эпизодов, как-то и грустно, а с другой стороны и весело, что каждый эпизод был про какой-то жизненный этап. Ну, некоторые, как серия эпизодов была про какой-то жизненный этап, про какую-то дружбу, про дружбу, которая временная, про каких-то людей, которые приходили в жизнь, выполняли какую-то свою миссию и исчезали, про тачки. Блин, круто на самом деле. На
Надо посчитать, кстати, сколько по времени заняли эти 100 эпизодов. Года 3, наверное, 4. Может, даже больше. Но я точно помню, что вот где-то с 6 эпизода с RS6, я думаю, многие помнят этот эпизод, потому что он почему-то по просмотрам прям начал хорошо набирать. И вот на 6 эпизоде я помню, что перевалило за 1000 подписчиков на канале, и прям вот я почувствовал, что все, надо продолжать. И вот с 6 эпизода ровно год каждую неделю выходил эпизод. То есть я какой-то бешеный ритм поймал. Потом, конечно, у меня этот ритм упал. Но опять же, наверное, потому что эпизоды стали сложнее в плане монтажа, в плане съемок. Более насыщенные я стал их делать, потому что, наверное, это какой-то творческий рост. Мне казалось, что вот те короткие какие-то 15-минутные эпизоды неполноценные, не насыщенные, неинтересные. И, ну, я это, наверное, сам в себе понял, не осознавая этого. И начал стремиться к каким-то мини-фильмам. И вот дорос до того, что эпизоды, блин, по часу идут. Ну, дай бог, чтобы все кайфовали с этого. Вот просто, чтобы вы понимали, пока я катаюсь, несколько часов на нем, уже второй TRX я встречаю на дороге. Тоже черный. Так что, блин, популярные тачки. Надо пообщаться с владельцами, что, почему они их покупают, чем они привлекли их. Тоже на порогах, на бэдлоках. Тоже черный, тоже катаны. Чисто дубайский паркинг. 2,2. Вроде проходит же. А что есть? Вода, пепси. Ну, воду. О, такая вода. По-взрослому большая, чтобы на все. Кола – это напиток богов, реально. Удобно? Yes. Ты что, по-английски? Не можешь адаптироваться? Да. Вот мама в гости в Дубай прилетела. Ну, открывай. Как тебе Дубай? Очень нравится. Да? Осталось бы тут прям вот жить. Да ладно, мне кажется, нет. Серьезно? Да, ну не хочется тут прям долго. Надоедает. Потому что пока комфортно, пока не очень. Спасибо. Жарко. Подстаканники все в двери. Что? А, есть? Ничего себе, ладно, сорян. Знаешь, что я тут еще нашел? Смотри, ну, во-первых, куча бардачков, а во-вторых, смотри, 10 центов, цент, 5 центов, 25 класс. Центов, 25 центов, полцента. Mm-hmm. Прикольно? Mm-hmm. Тут еще как прикуриватель. Да, реально. Тут еще вон динозавр нарисован. Это ж типа T-Rex, да, типа Дина. Ё-моё, а это что такое? Ух ты. А тут смотри, все переводят, все в миллиметры. Типа это задняя сторона тетрадки? Да. Прикол. Тут градусы. А зачем это? Может, типа что-то измерить? А, линейка, смотри, да. Видишь, когда-нибудь пригодится. Так это тангенс, синус, косинус. Ну да, я уже не помню, что это. А это алгебра, а это тригонометрия. Только функции в этой машине и всего лишь за 7 или 8 миллионов рублей. Конечно, разница. 7 или 8, согласен. Ну такой рынок здесь, 300-400 тысяч дирхам. Нет. Короче, мы приехали с мамой на какую-то очередную автосходку. От Flat 12. Вон, смотри, Nissan Skyline GTR 34. Take you on a cruise all around the land.
gonna play it for you. You see, you won't want to eat. Как це? Отлично. Большинство машин мы уже знаем, уже видели их кучу раз. Прикольная, кстати, локация. Я тут, кстати, не был ни разу. Что у нас тут из особенностей? Что ты готов выделить, брат? Помимо XM на презентации которого мы с тобой были. Ну, это вроде... Деле, кстати, вот да, да, согласен. Вот это стилёк. Американский Dodge с американской полицейской расклейкой. И у него там в салоне типа рации, понял, полицейский? Да, да, да. Мол, на работе. Шериф. Вот, вот это вот прям хороший, хороший экземпляр. Не, не Hyundai, вот это. Это ZR1, еще и кабрик. Еще я смотрю, у него какое-то съеденная шина. Согласен. Кстати, Supra тоже, она такая стоковая. Supra, да. Supra подороже, чем этот Corvette. Наверняка. Ценится точно. Даже там, а, да? Еще и та. Подожди, ну да, да. Это вообще редкость, по-моему. Чисто московская М5 какая-то тут. На карбоне. О, брат, наша грузинская, да, да, молодость. Мы с Никитосом в Грузии такой, на тест такой снимаем. Тест-драйв такой машины снимать. Кстати, F-Sport, по-моему. Да? Да, F-Sport, F-Sport. Black Series, но мы уже его видели. Вот, еще мне вот такой корвет нравится, слепой. Это C5, по-моему, или C4. Кузов не знаю, но в Штатах на таких тачках все дрифтят. Да, потому что они стоят копейки. Это тоже стиль, конечно. M3 E30 красная. Мы ее тоже видели, по-моему. Это 3RS. О, в натуре номер богатый. Вообще Z06, новый Corvette, звучит как Формула 1, реально. Очень похож вот на 458, 430 Италия, Феррари. Прям очень похож звук. О, это, кстати, обе машины, обе редки. Ну и это тоже Fiat 500. Мини-купер, но я про вот это E39, да-да-да, и E34 универсал. Но они, наверное, не E39, E34 называются, да? Это же типа другой кузов. Но я не шарю, я ж не BMW. Написано E39. Мне кажется, что это не стоковые чайники. Ну да, ну написано же. M4 CS, скорее всего, реальный CS. Тоже своего рода эксклюзив, редкий. М3, кстати, в таком цвете видел когда-нибудь? Без комментариев. Новая RS3. Все те же 5 цилиндров, половинка от R8. Дубай и в целом все Эмираты, они как бы это сплошная пустыня, сплошной песок. И если какой-то есть пустырь среди домов, то он из песка. Как у нас земля, здесь песок. И вот буквально выезжаешь за город минут 10, и все, и ты в пустыне. Тут постоянно в песочнице кто-то играет. Ты вот так можешь, оба, и все, и ты в пустыне. Итак, тут есть вот эти режимы. 4WD авто, в котором ты постоянно ездишь, и по ходу всякие блокировки межосевые. Также есть всякие TRX мод, типа авто, кастом, песок. О, вот это походу мое. Traction control off. Вот это вот красиво, сразу бы так. Так, тут есть еще отдельная кнопка TRX, на которую нажимаешь, и у тебя вот такая менюха открывается, и все отсвечивает. И типа ты все можешь настроить, видимо, отдельно. Трансмиссию, стабилизацию. Вот.
разошелся. Мы чисто туристы. Сними, как в песке буксу. Опять. Накрыло. Тут есть лаунч. Лаунч старт. Кнопка прям. Но ее нажимаешь, зажимаешь. Вот, она что-то дает. Какой-то набор типа действий, что надо сделать. Ну, я вот не понимаю. Вот тормоз нажимаешь. Мамочки! Офигеть! Нормально, да? Слушай, это надо снять с улицы. С улицы? Ты так не почувствуешь. Пацаны тут чуть-чуть испугались, что я не остановлюсь, но я остановился, все нормально. Гоняешь, нифига себе, блин. Ну вообще. Смотри, там кольцо только аккуратно. Насквозь его не проедет. В целом ничего не будет, если проедет. Ну как тебе, чувствуешь, что большая или прям нормально? Классно тебе? Да. А, все. Такой спонтанный мамкин тест-драйв получился. Ай-яй-яй. Блин, сзади вообще офигенно. Столько места. Куча вещей тут. Оборудование, присоски, стабилизатор пристегнут. Можно в полу лежать. Не, вот это, правую. Вот такие кайфы тут еще есть. Можно вылезти на улицу, в принципе. Реально, столько функций, вообще офигеть можно. Сзади подогрев, сзади вентиляция. Два вида USB по две штуки. Розетка какая-то маленькая, крючки, свет, микрофон, что ли, тут есть, наверное, этот глонассовский. Короче, реально, вот столько функций в этой машине, что она реально как будто ты понимаешь, за что ты платишь деньги. Там есть даже кнопка настройки педали тормоза по высоте. Люк, свет, шторка. Люк вообще огромный, двухзонный, или не знаю, как называют. Харман Кордон Карбон, Фарман. Формон, картон. Музыка хорошая есть. 700 сил есть. V8 есть. Компрессор есть. Автомат есть. Вся информация вот тут на табличке есть. CarPlay есть. Тут еще есть куча функций для прицепа. Как-то что-то ты можешь сюда запрограммировать. Типа там фары, не знаю, наверное, подсветки какие-то. Передняя камера. Если... Блин, ты че? Вот, передняя камера есть. Есть, блин, вышло. Есть задняя камера, если ты вдруг с прицепом едешь, чтобы смотреть, как там дела. Ну, естественно, тут есть 360 камеры. Также ты можешь подключить сюда камеру с прицепа. Есть выход. Трейлер что-то там. Боковые камеры. Ну и 360 в целом для парковки тут тоже есть. Офигеть, офигеть. Подруливание полос есть. Адаптивный круиз-контроль есть. Расстояние держит, есть. Фух, ты все накаталась? Ну и куда нам ехать? А, да куда хочешь, мы же в песочнице. Так там тупик. Тебе на этой машине дорога не нужна, кстати, напомню тебе, ты на TRX. Окей, ну как предупреждать тебя, да? Да.
все мы уже поняли, что это проект моих друзей под названием CCD Plan. Это игра с уникальным и широким комьюнити, где вы никогда не заскучаете. Огромный выбор машин, множество трасс, постоянные обновления и улучшения. Любите вы старую школу BMW, классических британцев, суперкары, мотоциклы, вы точно сможете собрать свой гараж мечты. Парни стараются, поэтому вам стоит оценить. Заходите, играйте, кайфуйте. Ссылочка по классике в описании. Так, пацанва, тут это происходит сезонный шиномонтаж. За время, сколько я покатался на TRX, это почти 2 дня, я все-таки беру свои слова обратно. Я искренне не понимал, в чем прикол этой тачки, но когда ты катаешься на ней уже, ну это нормально, так всегда. Невозможно объективно рассказать про машину там за час с первых эмоций. Это невозможно, нужно ее прочувствовать. Минимум 3 дня. Но даже сейчас, на второй день, я понял, зачем эта тачка. Это прям отдельный какой-то вид стиля или, не знаю, или какого-то прям восприятия машины. Я к ней пипец как привык. Мне кажется, что машина такая и должна быть. И даже мама мне сказала, что, блин, да, ощущение, что вот она такая, любая машина должна быть. Комфортная, просторная, широкая, высокая. Ты едешь, все видишь. И при этом у тебя еще есть мощность. Ты можешь резко ускориться, кого-то обогнать. Цена-качество, количество функций, которых ты получаешь за эти деньги, просто, мне кажется, максимальное из всех машин, что есть в этом мире. Пространство и вообще количество металла, количество кнопок, количество, не знаю, там, тот же дорогой гоночный, этот, я не знаю, гоночный он или нет, но он по-любому спортивный мотор, огромный V8. И все это за относительно небольшую сумму, за 700 сил. Ну как небольшую, конечно, это нифига себе как дорого, но на фоне остальных машин, которые приближенные к этой мощности, это нормально. Чао. Ну что, приехали мы. Эх, скорее всего, это знаменательный момент. Такой какой-то переломный Брукнес Детейлинг. Я теперь часто тут буду. Капец, у него, блин, что-то настолько долбит кондёр, что аж подзамерз. Вот он. Ну что, шаг в новый этап жизни. Всем привет. Здрасте. Привет, Илюх. Да, блин. Здорово. Как ты? Чебил. Я смотрю, ты не на фруктах, да? Ты запарил меня. Ты запарил, как видишь, не вовремя. Блин, сейчас это все выглядит, как будто просто не привезли, короче. 2 упаковки круассанов 7 Days. Ну, это ты чисто сейчас, да, перекусить? Не, прикинь, я сидел просто наверху, ничего не ел. Да. Только фрукты. Да, только фрукты исключительно. С водой. Ненавижу вас всех. Я вот сейчас сидел, думаю, по-любому зайдет, по-любому будет снимать, по-любому будет в комментариях. Илюха, ты растолстел. Не, нормально. Чё вы вообще можете тут с машинами сделать? Чё у вас тут есть? Расскажи. Делаем почти все то же самое, что в Москве умеем делать. У нас есть моечный пост, вот, но, к сожалению, он на мойку не работает. Здесь оказался очень большой спрос на мойку, вот, а мы все-таки детейлинг и не планируем большие загрузки. Здесь помыть машину именно качественная проблема. Вот, но сейчас планируем небольшой ремонт, еще один пост сделаем вот там. Угу. Здесь пока у нас просто машины, да, в таком парковочном состоянии находятся. Здесь как раз идеально второй пост зайдет, ну, да, будем, да, сейчас ремонт делать. Потому что спрос на мойку здесь большой, машину помыть качественно сложно, с этим прям проблема. Это, ты, да, столкнулся. Это да. Тут полировка и оклейка. Угу. Вот здесь вот конкретно под оклейку. Чисто по пленкам, да? Ну вот ребята сейчас 911 турбо дают. Просто в броньку? Да, просто прозрачные пленки делаем. Угу. Вот так это все. Ну и немножко вот беспорядок рабочий. Не, ну это нормально. Не снимай, не надо. Да ладно. Вообще, вот по сравнению с Москвой, ну сложно здесь, в другой стране, открыть вот такой детейлинг. Ну, сложнее, да? Наверное, сложнее по той причине, что ты просто никогда этого не делал. Как бы, естественно, там, где ты живешь, где ты уже работаешь, открыть там детейлинг намного проще. Слушай, ну а вот ты говоришь, что у вас даже, ну, нет возможности приехать помыть машину из-за того, что много клиентских машин в работе. А раз такой большой здесь спрос, нет ли смысла расшириться как-то? Ну, как я сказал в самом начале, мы, во-первых, второй пост лучше приделаем, да? Да. Вот, второе, все-таки уже сюда как бы вложили деньги, все сделали. Вот, сейчас впереди, здесь низкий сезон, потому что лето.
У нас традиционно, наоборот, сезон, потому что тепло. Ну да. Зима. А здесь зимой, наоборот, такая комфортная температура. Здесь люди зимой в Дубай приезжают, а летом здесь там плюс 50. В тени как бы. Поэтому я думаю, что идея расшириться, она классная, как бы, но у нас сейчас основная как бы цель – это прокат запустить полноценно, чтобы работал. В целом, я здесь думаю, что с точки зрения бизнеса, наверное, мне кажется, прокат более актуален, потому что туристическая страна, там ты приехал, ну, да, взял там ламбу, покатался, или, может быть, какую-то даже машину можешь взять, которую хочешь просто протестировать. Блин, вот Илюха красава, вот он прям чистый бизнесмен. Вот реально, он за всю эту тему шарит, что лучше открыть, да, детейлинг идет, но прокат лучше взять, то-то-то-то-то. Вот это прям приятно слышать. Не, мне, кстати, прокат же, мне знаешь, почему очень нравится? Да. Я же тебе рассказывал, что есть такая автомобильная жадность, да, человеческая просто. Вот мне хочется, чтобы были все машины, но как бы никакой логики в этом в целом нет, потому что, ну, типа, зачем? Как бы, а когда у тебя есть прокат, у тебя, в принципе, они вроде как бы все есть, типа. И еще и работают на тебя, еще, да? Еще и работают, да, еще ну, да, приносят деньги, да, по факту, ты еще как бы кайфуешь. У меня есть, например, SL55, 230. Мне как бы, он вроде не тебе нужен, я на нем мало езжу, но продавать мне его жалко. Мне там так нравится, как бы, прикольный, там, 113-й мотор, компрессор, звук, там, его надо как-то окупать, да, там, налоги, да, там, ТО, расходы. А тут получается, что, типа, вот, его можно как бы обладать им в целом, но при этом его как-то сдавать. И он типа и деньги приносит, он просто есть. И тебе ну, нужно да, как бы продавать, да, в целом. Ну и по-любому, что у тебя есть машина, которую вряд ли бы ты в прокат сдал. Блин, ну вот, ты знаешь, есть люди, которые просто действительно берут на день там ламбу погонять там в Дубае, да, чтобы красивые там сторис в Инстаграм и фоточки пилить. А есть люди, на которых, наверное, мы в большей степени будем ориентироваться, которые просто любят машины. Им важнее, чтобы это была никогда не желтая ламба, а чтобы это была там какая-то, не знаю, там машина, может быть, более интересная. Тоже TRX, например, да? Это же не попилишь с ним особо красивых фотографий, а стоит он там чуть дешевле, чем ламба. Но ты как бы можешь кайфануть чисто по автомобильному, знаешь, там, ну, ты же ездил сейчас. Ну да. Блин, ну прикольно, да? Да, вот хорошо, да, когда пикап есть? Хорошо, когда есть пикап, можно, видишь, помочь компании, так сказать. Да. В трудовой деятельности. Да, у нас с Илюхой миссия, нас попросили отвезти капот. Ну да. Как раз ты TRX привез. Вот. Ну да. Прокатимся. Блин, ну вот это плюс, все. Рабочая тачка чисто. Прям как будто создан для капота Porsche. Вот, кнопка настройки педали. А, они обе меняются. Я думал, только тормоз. Прикольно. Опа. Опа. О, тут тоже детейлинг после пустынный нужен. Да, вон компрессор вижу. Есть, да, компрессор? Да, все есть. Есть варик, что это я чисто засрал в пустыне. Да нет. Нет? Пыльно в любом случае. Блин, так, конечно, столько этих... Ремней? Ремней пипец там. Ну, да. Это целая конструкция. Ну, это не все храмы. Что это? Это тираннозавр Естраптора. А, да. Прикольно. Это типа отсылка к Форду? Да, да, да. Вот у них там война. Типа TRX, Естраптор, все. Подожди, видно? Да, видно. Это на всех. О, вообще порядочно. Так. Где ключик? Здесь на месте? Вот, да. Ну да. 4000 километров сколько ты проехал? Ну 3800, блин, было. Ну ладно. Наехал, блин, как пахан. Полбака, полбака. Так это ты думаешь, что полбака, я его еще заправлял. Серьезно? Серьезно? Да. Я вчера, на самом деле, всех немного запомнил, да хватит. Запомнил? Друзья, всем добрый. Я, на самом деле, вчера всех ввел в заблуждение, выложив сторис, заготовленный из Майами. Потому что ролик-то изначально мы снимали, вот как сейчас снимаем. Вот, я в Дубае, все в порядке. Новость сегодняшнего дня, она заключается в том, что все, мы запускаем прокат, уже пора, как бы, что-то долго говорили. Вот я здесь вам оставляю ссылочку, там же вам скину список машин, действительно много. Вот, одну из них, кстати, сегодня уже сдаем, вот, TRX замечательный. Скоро поедет в аренду на 2 дня от Бруклинс. Так что давайте, кто в Дубае, пишите, сейчас бронируйте. В честь этого события шикарного, у нас еще дополнительная скидка, 10% на все, только для вас. Поехали. Нормально отработал? Вообще нормально. Все, ты уже номер записал, ты уже сейчас будешь звонить, да? Да. Хорошо. Это блогерская жизнь, конечно. Цифра. Ладно, расскажи, какие сейчас есть машины уже у тебя в прокате? Ну, у нас уже порядка 30 машин, вот, всяких разных интересных.
Вот. И мы, конечно, еще будем докупать варианты. Знаешь, такие ходовые машины будем, потому что такие, наверное, самые популярные. Это Гелик там, это Урус, это всякие там Ламбы и прочие Феррари. Вот. Ну и также есть и машины такие на Everyday, типа там X7 BMW, вот, на котором я ездил в последнее время. X5, Cayenne, ну, такие более, скажем, простые варианты. Вот, ну, семейные, да, варианты, кому надо не выделываться, а просто там поездить, может, в Абу-Даби съездить, там, скажем. Сейчас ждем BMW XM, который вот только-только прям вышел. Да, первые да. машины начали приходить. Ждем Hummer электрический, который я в Америке покупал. EQS 580. Да. Вот, ну, в принципе, вот такой у нас будет тренд. И популярное здесь уже, да, в целом такое попсовое, и что-то такое новое, интересное. Вот как TRX, например, мы купили, вот. Я считаю, что офигенный вариант для получения эмоций, для кайфа, как бы, ну и для тест-драйва многим будет полезно. Ну да. Это комар, да? По-моему, это не комара. Комара поменьше был. Может, Самара? Самара, да. Сейчас мы в тачках шарим, да? Да мы, да, еще те шарщики. Я не буду показывать полностью машину, покажу ее чисто так снизу. Днище покажу, да. Это крутая олдскульная тачка. Культовая. И вот как раз-таки с этой машины начнется моя история на канале Brooklands, и я буду про нее снимать. Это редкая реально машина на V8, заднеприводная, 93-го года, и она будет доступна в прокате после того, как мы все с ней сделаем, все, что хотим, и она будет в хорошем состоянии. А ты доверяешь валетчикам этим? Нет. Они не дадут самим паркануться, прикинь? Мне сказали, ну извините, тогда езжайте. Я постараюсь здесь паркануться. А вот там можешь сзади меня встать. Место есть? Сейчас посмотрю. Короче, мы приехали на очередную презентацию от BMW. Прикольно это, что приглашают, зовут так. Классно. Конечно. Качественно. Ну, как бы, по браслету можно понять, ради чего сбор. Да, с каждым разом казалось бы, что может быть прикольней, и все равно BMW прямо возле паруса делает презентацию. Гостиница «Парус», если вдруг кто не знал. На отдельном острове. BMW XM. Это именно не какой-то там новый X5, новый X6, новый X7. И не просто новый какой-то джип. Это именно XM. То есть он будет только M. То есть это единственная машина, которая будет не как вот есть обычная там 520, а есть M5. Вот это не про это. Это именно настоящая машина M. Не просто как комплектация, что ли, не знаю, или какая-то доработанная обычная версия. Она именно вот самобытная, такой как самородок. Сейчас ее покажут, расскажу, что знаю. Брат, что они танцуют? Давай, я не знаю. Покажи, что умеют. Хорош, хорош. Воу-воу-воу-воу, пошла, пошла, брат. Мы-то шарим, что надо чуть позже подойти, когда вся толпа рассосется. Бро, она вся грязная, ты видел это? Да. Но она запотела от влажности. Нет, просто. Бро, там растворы, смотри. Да, растворы появились от влажности. Да, ее протерли и появилась влажность. Здесь V8, но он еще с гибридной установкой. Это типа новшество для BMW. И я думаю, что это будет машина такая, типа, старт истории какой-то новой, гибридной. Типа вот она будет первая. В ней под 700 сил. Это
посылка к 1М. Типа у нее также сзади были по бокам значки BMW. Кожа, брат, смотри, как чехол на компьютер. Красивый синий цвет. Согласен, мне нравится сочетание коричневого и синего. Сидушки от F90, только с дыркой и чуть-чуть в другом дизайне. Но такие же, с ломающейся спинкой, с массажем по-любому. Мониторы как в M2. Он рельефный. Прикольно. Как будто в сауне дорогой. Прикольно. Короче, там невозможно, там музыка орет, ничего вообще не запишешь. У этой машины, по сути, тот же мотор, что и у F90. 4.4, V8, битурбо, но он еще оснащен электромотором. Электромотор дает почти 200 сил. Тот же автомат 8-ступенчатый, но он с какой-то гидромуфтой, которая более плавно и мягко переключает передачи, ну типа для комфорта. Она мощнее, чем M5CS, но она, естественно, не быстрее. По уровню она как новая 240-я, она медленнее, чем X3M, X4M, чем M4, она медленнее. Ну, это понятно, потому что она весит 2700. Но, типа, это какая-то, ну, начало истории, скорее всего, какой-то новой, от которой теперь будут все машины отталкиваться. Ну, именно BMW. То есть это какой-то старт новой истории. Чисто на электромоторе можно разгоняться 140 км в час, братан. Ну, если ты прям не прожмешь газ, понял? И на электромоторе можно проехать где-то 80 км. Ну, один в один. Или впуск чуть по-другому, да, стоит? Ну и что, мотор тоже поставил. Вот прямо впуск, вот просто на дверь. Ну, ну что это такое? Тебе, короче, полоса не зашла, да? Вообще нет. Ну, мне согласен. Грязь не зашла, реально. Я просто в шоке с количества грязи. Ну, на камере не видно, брат. Ценник 210 тысяч долларов. 750 тысяч долларов. Это в рублях где-то 15 миллионов, да? Эпокс, понимаете. В рублях это чуть больше 15 миллионов, да. Чё ты взял за эти деньги из джипов? X5M. X5M? А ты б чё взял за эти деньги, брат? Из джипов. Ну и типа заряженных, быстрых кроссоверов. Я не взял. А? Не люблю джипы. Окей, я тоже. Ну типа вот реально стоит вопрос джипа. Вот что твой фаворит? Не знаю, наверное, X5M тоже. X5M? Короче, вы BMW. То есть Porsche Cayenne GT никто не назвал, да? Дороже, мне кажется, нет. Ага. Дороже, нет? Да, да, и Cayenne GT тоже дороже получается. Не, ну тогда да, я про Урус сначала подумал. Слушай, ну тогда за 15 как будто даже нормальная цена. У меня было ощущение, что эта цена Уруса сейчас будет. О, смотри, ты нанял. Исправляют ошибки. Круто, что мы присутствуем на таких исторических мероприятиях. Это самое главное, блин. Еще и с таким видом на фоне паруса на берегу залива Персидского. Нифига себе, блин. Еще и два козловы звучит, вместе. Еще и два козловы вместе. Звучит как мечта. Традиция не нарушается из эпизода в эпизод. У нас все постепенно. Сначала мы снимали 24 часа Дубай-гонку. Потом суперкары на треке я снимал. Уже по треку прям выезжал, снимал. Потом с Аббасом мы катались на 911-м. Я был на пассажирском. И теперь впервые в жизни я уже выеду за рулем.
короче. Ну, получается, наконец, по логике, следующее, уже на своей машине должен выехать, понял, на этот трек. И у нас идет продолжение сюжета про XM, так как мы уже выучили и знаем все его технические характеристики. Теперь у нас будет возможность прокатиться на нем и понять, какая будет М5 через, не знаю, год-два, да? Потому что уже показали новую пятерку. Скорее всего, в новой М5 будет именно вот такой же гибридный мотор, как и в XM. А еще Аббас с этапа Формулы-1 в Баку привез мне кепку с росписью Тота Вольфа. Те, кто понял, те поняли, что это топчик. Алик чисто на BMW фестиваль залетел в этой кепке. Надеюсь, никто не обидится. Ну, брат, BMW-шники, они ж не обидчивы. Да, конечно. Ну, все. Сюрприз. Помимо XM-ов, понятно, будет классика M3, M5, M8. Но еще и выкатили неожиданно M2. Походу, будет сейчас первый опыт на новой M2 и сразу на треке в Дубае. Офигеть. Ну, как тебе сюрприз? Я так и знал. Я уже слышал, мне говорили, что ее обкатывают активно по городу. Но когда мы сюда приехали, нам сказали, нет, ее не будет. Знаешь, как обкатывали? Как? До Саудовской Аравии, да, через всех и обратно. Блин, вот. Почему нас не позвали? Я бы тоже хотел пообкатывать новую М2. Вот, она на учете уже, на спортивных номерах. Кто бы что ни говорил, да, она там дизайн не очень, но то, какая у нее начинка, задний привод. В общем, Виталик, не знаю, я твою камеру взял. Все-таки буду учиться снимать. Надеюсь, батарею не разрежу. Ты вон где-то вот там стоишь. Ну, сейчас, надеюсь, быстро и поедешь на М2. Ну, я прокатился. К сожалению, произошел жесткий форс-мажор. Все супер в суете какой-то, и Довика не пустили со мной на пассажирку, и я вообще без камер, короче, прокатился, но кайф. Я понял, знаешь, что боялся? Что она вот как М4 станет новая, что ты в нее садишься, и ну, едешь на ней, чувствуешь, что она прям тяжелая такая, знаешь, массивная уже. Нету этого эффекта маленькой машинки, но он тут есть. Это круто. Вообще не чувствуется, что она стала толще. Первый раз прокатиться на М2, еще и на треке. Мало, конечно, и с включенной стабилизацией, но все равно, что, почему нет? Я думаю, скоро либо получится договориться за эту машину, чтобы ее отдельно поснимать, потому что она уже все доступна для того, чтобы на ней ездить по дорогам. С BMW тут мы на связи. Может, получится ее взять, либо, ну, короче, отдельно подснять. Такая машина заслуживает отдельного эпизода, а не какую-то такую вставочку маленькую. Как смотрится, вот, когда едет быстро? Прикольно смотрится? Да. А ты не снимал на камеру, как минимум? Снимал? Хорош, хорош. Просто представь, на посадочке, на пружинах, ну, на заниженное, на каких-нибудь колесах. По-любому надо, ну, либо эмошные ковши, либо какие-то, потому что вот эти сиденья вообще не смотрят. И будет просто топ. Я не знаю, какие аналоги могут быть у этой машине. Супра не аналог вообще. Далеко нет. Далеко нет. 400Z далеко нет. Это прям другой уровень машины. С полноценным мотором. С постоянным задним приводом. Без всякого лишнего веса на морде в виде полного привода. Все сохранили в этой машине от той М2. И какие-то линии, и силуэты, то есть узнаваемость, что это именно М2 осталось. И мне вот это нравится, что вся изюминка М2 осталась в этой машине. Что она легкая, маленькая, заднеприводная, мощная, дрифтящая. Виталий, вопрос есть. Давай. Механика или
автомат. Я бы хотел, наверное, механику, просто для разнообразия. Кто-то скажет, зачем, если есть полноценная нормальная коробка, которая быстро щелкает. Прикинь, у тебя машина 23-го года на механике. Да. Это же офигеть. Ну, после М2, конечно, сложно о чем-то другом рассказывать и воспринимать. Но ночной трек Дубай – это кайф. Итак, на XM-ах будет просто драг-рейсинг. Не всю прямую мы поедем, не на максималку. Отсюда и вон там стоят фишечки. Вот до фишечек и все. Такой детский драг-рейсинг. Пассажиров можно? Пассажиры нельзя. Ну, я не знаю, как снимать. Будем, значит, просто слушать звук XM. Как сделать меньше, чтобы он был... Да. Я не знаю, куда деть камеру. I wouldn't leave that there. There's no way it will stay. It will go flying. Okay. Даже поставить никуда нельзя. Ну, сорян. Ну, едет, что говорить. Прикольно едет. И все. Удобно, просторно, как в хамаме сидишь. Получается, как большая широкая машина. Надеюсь, скоро у кого-нибудь его стрельну и нормально по городу поснимаю, потому что это вроде прикольно по треку, но нифига не понятно, снимать неудобно и... Брат, ты ничего не потерял. Вау! Ты вообще ничего не потерял. В смысле, вообще непонятно, быстрая она, не быстрая. Ну да, разогналась и все. Во, вот это порядок, вот это порядок. Ручка. Мне нравится ручка. Обтекаемый, братан. Пульс видел? Пульс круто. Подсветочка. Нет, да. Вот так это со стороны выглядит. Это панорама, конечно, вообще кайф. Ну что, давай расскажем, что вообще за история произошла. Что... Мы решили скрестить наши творческие... Скрестить бульдога с носорогом. Наши творческие какие-то... Новый канал. Идеи. Кикдаун Козлов. Я теперь, как сказать, ведущий. Ведущий. Телеведущий на канале Brooklands. Еще я, видимо, оператор. Ну да, да, я как бы в своем формате, в своем стиле. Короче, у Виталика стоит задача освещать нашу деятельность данной локации. Потому что у нас здесь много движухи и с детейлингом связанной, с прокатом, как уже вы могли понять. Вот я надеюсь, что вы, уважаемые зрители, его поддержите, тоже посмотрите наши ролики. У нас есть пара интересных задумок, вот, которые как бы пока только есть, но нет реализации. Но, знаете, есть такие задачи, которые сложно решить человеку, наемному, да? Это должен быть человек, который прям любит машины и который как бы живет ими, да? Который будет делать это не за деньги, а за идею. Вот, мне кажется, Виталик подходящий человек, абсолютно точно. Чувак, все в твоих руках. Давайте желаем удачи. Да, на самом деле все реально сложилось как-то прям, как должно быть. Слишком идеально даже, я бы сказал, что я здесь. Как раз Илюхе важно отсюда показывать тоже контент, так как он здесь открыл и детейлинг, и прокат. И я в целом всегда за какую-то творческую идею, за какие-то съемки. Но, естественно, как бы я это все не за бесплатно буду делать. Но самое важное в этой истории, что по ходу теперь у меня есть возможность привезти сюда тачку. По бартеру вроде бы. Ладно, мы договорились по бартеру, но теперь у меня есть возможность привезти сюда машину. Потому что машина пригодится по госпрокате. Теперь, блин, осталось 100-й эпизод снять. 100-й. Ну ты реально дотянул как бы до сотки, да? Ну да. Во-первых, дотянул. Старый, конечно. Как тебе вообще моя идея, чтобы сюда привезти М2? Ты мне когда изначально сказал, я говорю, слушай, друг, давай как бы ты ее продай там и купи здесь. Это же, ну, типа, намного проще история, как будто бы выгоднее, да? Без заморочек там. Ну какая разница, тут машина, там машина, в целом они не отличаются. Но как бы если это именно та машина, как бы, то твоя машина, то было бы круто, что он был бы с тобой. А еще, конечно, когда живешь здесь, не знаю, там, месяц, да, там, условно, и ездишь на каких-то там других машинах, там, не на своих машинах, тебе потом так хочется, вот, чтобы у тебя
посмотреть, потому что на основе этой идеи можно будет потом какие-то другие машины тоже привезти, да, то есть, может быть, какие-то такие редкие в плане, знаешь, там, ну, если вот мы там какую-то офигенную тачку найдем там в России, которая здесь не будет, которая здесь нужна будет для проката, можем отправить, да, в теории. Ну да. Путь пройдешь по факту. И... Ну да, все, сейчас на себе прочувствую все эти сложности. Ты чисто перегонщик будешь. Да, только я ничего не продаю, блин, а чисто свое святое, да, к себе под крыло забираю. Ну, ты же понимаешь, что я сюда не с концами переехал, и вот даже если я побуду здесь год, и если этот год машина пробудет рядом со мной, ну это же прикольно. Ну, мне кажется, это, знаешь, в песне есть, это дороже денег. 100%. Вот это факт. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, and it's mine.